Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Но на самом деле заниматься предсказаниями вообще совершенно неблагодарное дело. Два года назад я тоже думал, что жизнь будет по-другому обстоять, а тут в Китае новости пришли. Поэтому, в общем, ну так, некоторые соображения попытаюсь представить. Но вот, чтобы понимать, от чего мы на сегодняшний момент отталкиваемся, ну да, в первую линию терапия для метастатических больных у нас платина с топиримединами есть. Да, появилась новая опция с ниволумабом у больных с высоким уровнем экспрессии PD-L. Вторая линия терапии вроде нетронутая остается. Ну и вырисовывается третья или даже четвертая линия терапии, когда, наконец, трифлуоридин тифирацил в нашей стране появится. И, в общем, роль таргетной терапии тоже, на самом деле-то, пока крайне минимальная. Доктор Сузумаб в первой линии лечения. При этом мы до сих пор, в общем-то, не знаем, какой режим химиотерапии в первой линии это лучше, двойные или тройные комбинации. И на сегодняшний момент идет несколько исследований третьей фазы, которые сравнивают триплеты с дуплетами. И хочется верить, что триплеты, как и при колоректальном раке, покажут все-таки преимущество с точки зрения продолжительности жизни. Но на сегодняшний момент, в общем, у нас есть и та, и другая опция. И пока еще данных за то, что триплеты лучше, чем дуплеты у метастатических больных, таких данных у нас нет. Но хочется верить, что мы эти результаты получим. И по большому счету на данный момент мы уже четко понимаем, что возможности химиотерапии вышли на плато. И, конечно, если мы хотим дальше двигаться, новые химиопрепараты у нас не появляются последние лет 10 точно, то нам нужны какие-то, в общем-то, новые молекулы, таргетные препараты, иммунотерапии. И здесь перспективы вырисовываются, на мой взгляд, крайне интересные, связанные с публикацией двух исследований, рандомизированных исследований второй фазы с очень обнадеживающими результатами. Первое исследование посвящено значению фактора роста фибробластов, рецептора фибробластов, в частности, при раке желудка мы можем определять гиперэкспрессию FGFR. Частота варьирует в зависимости от популяции пациентов, в зависимости от стадии болезни. И если мы посмотрим на самые первые результаты применения анти-FGFR препаратов в лечении рака желудка, то, в общем-то, в монотерапии эти препараты показывают свою активность. И было разработано моноклональное антитело бемаритузумаб, который, собственно, и блокирует FGFR2B-рецептор. И на ASCO-GI в этом году было доложено небольшое, но рандомизированное исследование, где были показаны крайне обнадеживающие результаты по применению анти-FGFR моноклонального антитела вкупе с фолфоксом. И мы видим, что у пациентов с, прежде всего с гиперэкспрессией FGFR, хорошо, что это можно легко померить иммуногистохимически, не нужны какие-то сложные тесты. И мы видим, что имеется четкая корреляция от выраженности иммуногистохимической экспрессии и эффективности терапии. Сейчас идет исследование третьей фазы, но вот эти обнадеживающие результаты второй фазы позволяют, в общем, надеяться на то, что в самом, в общем, ближайшем будущем у нас появится еще одна новая опция первой линии терапии метастатического рака желудка. Кроме того, не смог обойти мимо и наши отечественные данные, которые были представлены Ильей Тимофеевым на конференции ECR тоже в этом году, по применению другого FGFR2-ингибитора, лофаниба. Это не моноклональное антитело, а это низкомолекулярный ингибитор, который блокирует экстрацеллюлярный домен. У него такой необычный механизм действия. Обычно внутрицеллюлярные домены блокируются. И здесь, опять же, пока еще идет исследование первой фазы, исследуется пока токсичность, но, в принципе, у одного больного был уже достигнут объективный ответ и контроль болезни у 75%. Поэтому, в общем-то, хочется верить, что и в целом этот подход будет полезен и эффективен, ну и отечественный препарат выстрелит
тоже с позитивными результатами. Второе, вторая точка приложения для таргетной терапии, которая мне тоже кажется, представляется крайне эффективной, это клаудин 18.2. Клаудин — это белки, которые обеспечивают связь между мембранами эпителиальной клетки и эндотелиальной клетки. И мы видим, что частота гиперэкспрессии клаудина в опухолевых клетках, она варьирует в зависимости от вида опухоли, но в частности она достаточно часта при раке желудка, что, в общем-то, и послужило основой для изучения антиклаудинового моноклонального антитела в лечении рака желудка. И вот, опять же, недавно были представлены результаты исследования FAST, где пациенты в первой линии терапии получали комбинацию EOX плюс-минус моноклональное антитело антиклаудин 18. И здесь мы видим, что иммуногистохимия, иммуногистохимически не очень понятно, в общем-то, как мерить, что такое там положительные, что такие негативные, какой процент экспрессии считать, в общем-то, за позитивное. Но в любом случае экспрессия клаудина достаточно чиста. Да? Мы видим, что даже если возьмем высокую экспрессию свыше 70% в опухолевых клетках, то это, в общем-то, каждый третий скринированный пациент. И если у больных с низкой экспрессией, в общем, добавление золбетуксимаба не привело к улучшению каких-то отдаленных результатов, то с экспрессией больше 70% при эксплоративном анализе был показан выигрыш в продолжительности жизни. Опять же, здорово, что это легко определяется иммуногистохимически, ну и б, то, что частота достаточно высока. Это не 3,4%, а это 34% пациентов. Поэтому, опять же, идет исследование третьей фазы. И, в общем-то, я тоже настроен достаточно так оптимистично на то, что это исследование окажется положительным. И таким образом у нас в первую линию терапии, если и анти-FGFR подход тоже будет позитивен, то можно надеяться, что через несколько лет, в общем-то, мы будем активно скринировать больных на терапию или анти-FGFR препаратами, либо на антиклаудин моноклональным антителом. Кроме того, 2 года назад были представлены дальнейшие подходы по возможности воздействия на клаудиновый, на данную мишень, это CAR-Т-терапия и применение CAR-терапии. Мы знаем, что большей частью в настоящий момент она применяется в онкогематологии, но здесь, ну так скажем, предварительный первый опыт применения CAR-клеток, которые химерный рецептор которых связывается с клаудин 18.2, мы видим, что у большинства больных удалось достичь уменьшения в размерах опухоли. Поэтому тоже интересный подход. Может быть, и с этой стороны удастся, в общем-то, повоздействовать. Если говорить о современном, опять же, возвращаясь к современному состоянию проблемы, то ну, мы видим, что у нас провалились, в общем, рак желудка явился таким кладбищем для многих таргетных препаратов, особенно в первой линии лечения, пока вот у нас формально зарегистрирован один трастузумаб. И, в общем-то, в первой линии мы его применяем, во второй линии мы знаем, применять его никакого смысла нет. Но этот год ознаменовался публикацией предварительных данных о крайне высокой эффективности добавления пембролизумаба к стандартной комбинации трастузумаб и цисплатин с капистабином в первой линии лечения. Я напомню, что год назад были представлены 2 исследования второй фазы с крайне высокими результатами. Одно исследование было сделано на американской популяции больных, второе было сделано на азиатской популяции больных, ну и там просто фантастические результаты. Частота объективных ответов 77%, 90%. А PFS больше, чем в целом продолжительность жизни в среднем у больных метастатическим раком желудка. И, конечно же, столь обнадеживающие результаты легли в основу проведения исследования третьей фазы. И сейчас на ASCO пока представлены результаты только
по непосредственной частоте объективного ответа. Мы видим, исследование уже закончено. И я думаю, что в ближайшее время, может быть, даже на ESMA, мы сможем узнать какие-то предварительные результаты с точки зрения выживаемости, где к трастузумабу и там капоксу или там фторпиримидину с платиной добавляли, был плюс-минус пембролизумаб. Но если вы посмотрите на непосредственную частоту объективного ответа, опять же, подтвердились результаты вышеупомянутых, но исследований второй фазы. Абсолютный прирост в частоте объективного ответа составил 23%. И, в общем, столь обнадеживающие результаты легли в основу того, что FDA в апреле зарегистрировала данную, дало, в общем, ускоренную регистрацию для данного подхода в первой линии лечения для HER2-позитивного рака. То есть на сегодняшний момент FDA рекомендует к стандартной терапии дуплета плюс трастузумаб добавлять еще пембролизумаб. Хотя, в общем, мы пока не имеем никаких данных по отдаленных, никаких отдаленных результатов. Но, в общем-то, тоже хочется верить, и, в общем-то, у нас есть, ну, не знаю, на мой взгляд, не меньше шанс, чем 90%, что это исследование окажется позитивным. И таким образом у нас значительно расширятся возможности первой линии терапии HER2-позитивного рака желудка. Если говорить о второй линии терапии HER2-позитивного рака желудка, опять же, провалились все исследования по антихер-терапии во второй линии. И лопотемия, и ТДМ, и веролимус, и попытка продолжения самого трастузумаба после прогрессирования заболевания, все эти исследования были негативны. И здесь крайне обнадеживающие, позитивные представляются результаты применения трастузумаба бироксиканом в третьей и последующих линиях. Мы видим, что в сравнении со стандартной терапией у больных, которые уже раньше получали трастузумаб, применение этого конъюгата трастузумаба с дироксиканом привело к достоверному увеличению продолжительности жизни и времени до прогрессирования. Это было относительно небольшое исследование второй фазы, но столь высокие полученные результаты и регистрация, кстати, тоже данного показания FDA говорит о том, что, в общем-то, в ближайшее время данный подход у нас, в общем-то, станет стандартным для второй, для третьей линии терапии, когда препарат появится в нашей стране. Ну и опять же, крайне интересна возможность интеграции этого препарата уже в первую линию лечения. Идет на сегодняшний момент клиническое исследование. Хочется верить, что трастузумаб дироксикан окажется более эффективен, чем стандартный трастузумаб в первой линии лечения. Другое дело, что, по-видимому, им придется теперь в качестве группы сравнения сравниваться не с обычной химиотерапией с трастузумабом, а теперь еще с комбинацией с пембролизумабом. Поэтому не знаю, будет ли изменен дизайн этого исследования. На сегодняшний момент идет исследование третьей фазы. Но кроме того, что трастузумаб дироксикан показал эффективность при стандартном HER2-позитивном раке желудка, в этом исследовании была еще небольшая когорта, было две небольших когорты с формально HER2-негативным раком желудка. Иммуногистохимически 2 плюса, но фиш минус. Те больные, которых мы все время отсеивали. Но здесь у этого препарата механизм действия-то другой. Это не просто связывание и блокада только рецептора, а, по сути дела, это целевая доставка химиопрепарата. И пусть даже фиш отрицательный, то есть у нас нет амплификации и формальной мишени для самого, точки приложения для самого трастузумаба, но тут задача трастузумаба-то другая, просто доставить химиопрепарат. Мы видим, что была достигнута частота объективного ответа 37% у больных формально HER2 слабо экспрессирующим раком желудка. Поэтому, в общем-то, тоже хочется верить, что при подтверждении этих данных в последующих исследованиях у нас расширятся наши возможности антихер-2-терапии, не будут ограничиваться 15% HER2-позитивного рака желудка, но и для слабоэкспрессирующих пациентов тоже. Если говорить об иммунотерапии, то, конечно, этот год, вот это стандартное исследование, это здорово. То, что теперь это вошло в клинические рекомендации, добавление ниволумаба, химиотерапия к фолфоксу или к селоксу больных с высокой экспрессией PDL-C, PS5 увеличивает продолжительность жизни, увеличивает частоту объективного ответа. Это открывает крайне большие перспективы
с точки зрения интеграции это возможный в неоадъювантную химиотерапию. Но здесь мне представляется, что в будущем крайне важно сделать дальнейший поданализ. Дело в том, что 60% больных имели экспрессию CPS больше 5. И, конечно, напрашивается, учитывая такое количество больных, напрашивается дальнейший поданализ. Возможно, что выигрыш сосредоточен будет в более узкой группе больных, не 5-10%, а, возможно, больше 50%. А может быть, больше 50% мы сможем назначать одну иммунотерапию. В общем-то, мы пока это не знаем. Поэтому, в общем-то, хочется, опять же, видеть такой взгляд в будущее, что нам представят под анализ этого исследования, и, может быть, мы сможем как-то еще заузить эту группу больных раком желудка, которые будут получать максимальный выигрыш от добавления иммунотерапии в первой линии лечения. Где еще возможно, каким образом мы можем еще улучшить результаты иммунотерапии, потому что рак желудка все-таки классический, в поздних линиях эффективность иммунотерапии низка. Это попытка комбинации. Для нас 2 года назад, как разрыв бомбы, это была публикация представления данных исследований Рега-Нива, где скомбинировали регорафенип с неволумабом, японские коллеги получили фантастические результаты рефрактерных больных при раке желудка. 44% — это большей частью пациенты, которые уже получили не менее 3 линий лечения. В общем, результаты оказались настолько хороши, что им, конечно, никто не поверит. При колоректальном раке, нужно сказать, проверочные исследования провалились. И дальнейшие исследования не показали этой эффективности. А вот если посмотреть на исследования при раке желудка, то год назад были представлены результаты такого же подхода регорафениба с неволумабом, но уже не на азиатской популяции больных, а на американской популяции больных. И здесь, если мы посмотрим, то в принципе мы видим, что стабилизацию заболевания, то есть контроль болезни удалось достичь у 70%, и медиана времени до прогрессирования 4,3 месяца. В общем-то, эти результаты выглядят более перспективно, чем монотерапия регорафенибом, о которой только что говорили, потому что препарат все-таки на нем и в колоректальном раке, и при раке желудка 60% прогрессирует сразу же при первой оценке. Поэтому я не знаю, что сказать, идет ли сейчас исследование третьей фазы, и получим ли мы какие-то другие результаты, либо, может быть, дойдут еще дополнительные небольшие исследования вторых фаз. Но, в общем-то, вот этот результат в медиане 4,3 месяца тоже открывает новые возможности для применения и для комбинации регорафениба с неволумабом. Поэтому, возможно, вот что-то в этом есть, в общем-то, биологическое обоснование комбинации антиангиогенной терапии и иммунотерапии, они имеются. Если говорить о роли прецизионной медицины в лечении рака желудка, то здесь я достаточно пессимистично смотрю на наши перспективы. Вот, пожалуйста, пример 1000 пациентов из Нью-Йорка, которым был сделан Foundation One тест. Из этих 1000 тестированных больных лишь 38 получили по результатам этого тестирования какую-то таргетную специфическую терапию, которая не была approved FDA. И из этих пациентов лишь 3 имели какой-то длительный ответ. Если мы посмотрим, то на тот момент это главным образом была иммунотерапия при MSI-high. Просто на тот момент это не было утверждено FDA. Таким образом, мы видим, что вот это широкое генетическое тестирование мультигенными панелями при раке желудка, какого-то будущего на сегодняшний момент, в общем-то, этого я не вижу, вот применения в ближайшие годы в качестве рутины. И заканчивая, какие перспективы лекарственной терапии при операбельных стадиях? Нужно сказать, исследований-то достаточно маловато. У нас сейчас есть несколько исследований третьих фаз, которые изучают роль добавления доцетоксела в адъюванте, потому что мы знаем, японское исследование позитивное было, что доцетоксел в адъюванте полезен. И до сих пор мы не знаем, что лучше неоадъювант. То есть переоперационная терапия или же адъювантная терапия, азиатский подход. На сегодняшний момент тоже идут исследования. И, в общем-то, хочется верить, что переоперационный подход победит.
Ну, хочется верить, что один из этих подходов, по крайней мере, победил. Да? Ну, и у меня как-то душа больше лежит к переоперационной терапии. И также мы пока не знаем, нужна ли адъювантная химиотерапия при достаточно ранних стадиях. Т1Б, Т2, выживаемость при этих стадиях тоже невысока. И поэтому здесь тоже идет рандомизированное исследование, и, возможно, мы в ближайшее время узнаем результаты, нужно ли нам начинать адъювантную химиотерапию при более ранней стадии. К сожалению, на сегодняшний момент нет ни одного исследования третьей фазы, текущего, по изучению полной неадъювантной химиотерапии. Мне хочется верить, что данный подход, как и при других опухолях, в ближайшем, ну, в каком-то будущем должно стать стандартом. Мы сейчас уже знаем, что при раке желудка нет четких данных о том, что в рамках переоперационной терапии, послеоперационная терапия вообще-то полезна. И главный выигрыш таким образом, вот, по-видимому, сконцентрирован за счет неоадъювантного этапа, за счет первых четырех флотов. И поэтому, скорее всего, мы придем к тому же, что мы уже приходим при многих других опухолях, что если вы проводите лекарственную терапию при раннем раке, она должна быть полностью неоадъювантной. Но, к сожалению, нет ни одного исследования третьей фазы, даже текущих на данный момент. Поэтому в ближайшее время мы ответа на данный вопрос не получим. Ну и явно нужны исследования по интеграции антипеди-антител в переоперационную терапию. Вот идет исследование Матехорн, хотя дурвалумаб, наверное, чуть-чуть не тот препарат. Вот, и хочется верить, что компания БМС проспонсирует исследование и сделает аналогичное исследование с ниволумабом в первой линии лечения. То есть не в первой линии лечения, а в переоперационной терапии. Ну и явно, конечно, в неоадъювантную терапию нам нужны исследования по интеграции трастузумаба. На сегодняшний момент мы так и не имеем ни одного исследования, которое бы говорило нам о том, что полезно при проведении переоперационной терапии добавлять антихер-терапию. Мне кажется, что это вообще позорно для мировой науки, что мы знаем о пользе трастузумаба в раке желудка уже столько лет, но до сих пор не было сделано ни одного толкового исследования. Было исследование трастузумаб с пертузумабом, совершенно бессмысленная комбинация, только высокотоксичная. А хотя бы трастузумаб, или же сейчас мы знаем, что пембролизумаб с трастузумабом в неоадъювант, но это явно напрашивается. И я уверен, что учитывая столь возрастающую частоту объективного ответа, данная комбинация будет полезна в переоперационной терапии HER2 позитивного рака желудка. Поэтому, в общем-то, прогресс у нас есть в лечении рака желудка. В общем-то, он даже, наверное, несколько лучше, чем у этой собаки в попытке побега. Ну и заканчивая голосованием, как меня попросили, в общем-то, вот хочу спросить у слушателей, а с какими вообще лекарственными препаратами, группами препаратов вы видите перспективы существенного улучшения результатов лечения рака желудка, в ближайшие, допустим, 5 лет. Кто-то думает, что все-таки это будет за счет химиотерапии новой какой-то, кто-то за счет таргетной терапии, иммунотерапии. Или, может быть, есть хорошо информированные оптимисты, которые в перспективы не верят. Поэтому, пожалуйста, голосуйте. Химиотерапия 14%, таргетная терапия 36%, иммунотерапия 39%, в перспективу не верю, 11 участников проголосовало именно так.